вторник в Самарской области малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25, ночью до плюс 18. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. В Сызрани днем небольшой дождь, плюс 24-26, к ночи плюс 16. Ветер северный 2-3 метра в секунду. В Тольятти днем дождь, плюс 25, плюс 17 ночью. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Самаре днем дождь, плюс 23, плюс 24. К вечеру пасмурно, плюс 17. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Температура воды в Волге 16 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.